Друзья, у меня к вам предложение. Дело в том, что ко мне обратилась леди Уимзи. Она в отчаянии. Ее муж, лорд Уимзи, бесследно исчез из своего поместья, и, казалось бы, никаких зацепок нет, но на его столе осталась загадочная записка. Я приглашаю вас принять участие в расследовании. Только те, кто раскроет тайну трех супертем английской грамматики, артиклей, предлогов и времен, сможет разгадать секрет исчезновения лорда. Нас с вами ждут таинственные исчезновения, загадочные улики и напряженная работа серых клеточек лучшей в мире команды детективов. Это будет захватывающее приключение вместе с частным детективом, который доходчиво объяснит грамматику без скучных правил, таблиц и учебников. Переходите по ссылке в шапке профиля и в комментарии в «Граммар детектив элементарно», и вы получите исчерпывающее объяснение с примерами по темам, которые покрывают 80% грамотности в английском языке. Это артикли, предлоги и времена. Мы не просто разберемся в тонкостях, но выстроим систему, выявим логику и закономерности. Мои алгоритмы помогут вам разобраться, как мыслить, принимая решения о выборе той или иной формы. И вам нужно просто им следовать. А игровые задания, направленные на закрепление материала, помогут вам сразу же применить полученные знания на практике. Курс начинается с момента оплаты, и уже прямо сейчас вы можете погрузиться в первую загадку. Есть беспроцентная рассрочка. Смело проходите весь пункт платежа, заполняете каждую графу, и на самом последнем этапе в верхней строчке вы сможете выбрать вид и длительность рассрочки. Но если что, пишите мне здесь, я сориентирую и помогу. Есть оплата и зарубежными картами. Время не ждет, леди Уимзи безутешна, мы должны ей помочь. Жду вас на расследование. Может быть, убийца дворецкий? А у меня для вас послание от леди Уимзи. Господа детектив, вы моя единственная надежда. Я не знаю, к кому еще обратиться. Полиция бездействует. Мсье Пуаро в Стамбуле. Мисс Марпл со своим племянником в Каире. Мне больше некому пойти. Вы моя последняя надежда. Умоляю вас, помогите мне найти моего мужа. Вы знаете, лорд Уимзи, он не такой. Никогда такого не было. Его 2 дня уже нет дома. Я не знаю, что думать. Помогите мне, пожалуйста. Единственное, я нашла вот эту записку у него на столе. Но я ничего не понимаю. Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста, я на все готова. Только найдите моего супруга. Умоляю.